вплив сонця на шкіру людини має неабияке значення. Її треба у таку спеку дуже ретельно берегти. Як саме, дізнаємося від гостя, який прийшов до нашої студії. Це лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, дійсний член Української та Європейської академії дерматовенерології Костянтин Семенуха. Пане Костянтине, раді вас бачити. Тож, справді, зараз спекотні дні, хоча і дощик проходив, але його недостатньо. І сонце настільки активне, що, мені здається, вже зараз не знаєш, коли виходити. І зранку аж до пізнього вечора дуже-дуже спекотно. Тож, як краще оберігати шкіру, взагалі, як туди йти на вулицю? Ще раз добрий день. Ви знаєте, тема дуже важна і дуже актуальна, тому що, к сожалению, до сих пор серед більшості наших клієнтів, пацієнтів, серед наших жителей Дніпра, существует такое устойчивое мнение, что солнце – это счастье, солнце – это благо, солнце – это очень полезно. Наверное, этот месседж идет еще с давних времен, когда считалось, что солнце является стимулятором выработки витамина D. А сейчас вы знаете, что на фоне коронавирусной инфекции большинство пациентов имеет недостаток витамина D. Так вот, я сразу хочу развеять этот миф для того, чтобы в нашей южной зоне, вот, в зоне, которая находится вот, довольно-таки на южной широте, получить достаточное количество витамина D, это достаточно два раза в неделю по 15 минут находиться на солнце. Всего-навсего. Всего-навсего. Угу. И все. И это решает проблемы, при том, с правильной выработкой достаточного количества витамина D, который является стабилизатором обменных процессов в организме и очень важен, особенно в период пандемии и коронавирусной инфекции. Поэтому сразу один миф мы развеиваем. Угу. Второй миф, ну, конечно, он более характерен для северных районов, что солнце – это антидепрессант. Я с этим абсолютно согласен. Все-таки после долгой зимы, после полярной ночи приехать на солнце, побыть неделю, две, три – это прекрасно. Это стимулятор выработки эндорфинов, стимуляторов, в общем-то, хорошего настроения и гормона удовольствия. Но у нас, когда мы находимся среди солнечных дней больше половины года, когда у нас уже яркое солнце начинается уже с апреля, с марта месяца, и сейчас, когда на улице 35-36 градусов, вот, и сегодня все вздохнули с удовольствием, потому что наконец-то температура немножко упала, то мы, как дерматологи, как люди, которые имеют уже, я уже имею опыт работы 35 лет практической дерматологии, вот, те, которые имеют возможность общаться с уважаемыми коллегами, имеющими большой тоже опыт, это американские, европейские коллеги, это австралийцы, новозеландцы, а у них огромные исследования по влиянию солнца на именно состояние человека, не только кожи, но в целом состояние его иммунитета, то можно говорить о том, что агрессивное солнце в нашей широте является скорее злом для человека, чем благом, потому что то количество патологических изменений кожи, которые в последующем могут привести к необратимым изменениям. Это в первую очередь различные виды солнечных лентига, это различные виды кератом, это различные формы пигментных невусов, которые имеют тенденцию к переходу в дисплазические невусы, а в последующем уже это меланома, одна из самых сложных, самых тяжелых, самых страшных образований на коже, которое очень быстро приводит к летальному исходу пациента, то это все воздействие солнца. Мы должны не забывать еще о том, что существуют разные спектры солнечного излучения, и о нем забывают. И человек, который заходит в любой косметический магазин или в аптеку, он не обращает внимания на некоторые аспекты, которые являются основными для солнцезащитного крема, который защищает от солнца. Ведь мы не понимаем, большинство пациентов наших не понимает, и наши жители, о том, что существует УВА, облучение, так называемый спектр волны, это длинный спектр, который проникает через любые преграды, он проникает через облака. Он не зависит от озонового слоя, он проникает через стекла. А, например, стекло в машине, если ребенок сидит как будто бы в машине, то стекло машины является тем поляризующим фильтром, который еще больше усиливает воздействие ультрафиолетового облучения спектра А. Да, оно поверхностное, да, оно вызывает быструю выработку пигмента меланина, в отличие от ультрафиолета спектра Б, средние лучи, но оно вызывает и более быстрые серьезные изменения. И самое серьезное изменение – это не просто изменение цвета кожи. Изменение цвета кожи – это дань моды просто, да, человек загорел или не загорел, а вот те изменения на клеточном уровне, которые приводят к изменению окислительно-восхитительных процессов и появлению огромного пула свободных радикалов, которые в последующем могут прогнозировать и потенцировать так называемое атипичное деление клетки. И ведь не зря наши европейские коллеги, особенно представители северных стран, а вы ведь не раз бывали где-то за границей и видели, когда представители нордической расы, то есть второй фототип кожи, белолицы, белокожие, блондины, когда они
лежат на пляже. Вот, и в 12, и в час, и в 15 часов я всегда с ужасом смотрю на этих детей, 2-3-4-летних, понимая статистику о том, что любое солнечный ожог кожи в возрасте до 3 лет может потенцировать появление меланомы в 30-40-летнем возрасте с вероятностью выше в 25-30 раз, чем средние показатели. А що ж робити, пане Костянтин? Да. Знаете, поэтому... стільки таких... Да. Неприємностей, з якими хочеться вже впоратись зараз. І багато людей хочуть запитати, що ж робити, якщо вже так сталося. В першу чергу, звісно ж, ми повинні, не вдаватися в подробності, що таке УВА, УВБ, УВЦ, розуміти, що будь-яке сонячне злучення потенцирує не тільки змінення цвіту кожи. Це перша реакція. УВБ потенцирує більш серйозне, так називаємо, змінення, але воно, опять же, проникає більш активно через озоновий слой. А над нашим містом, к сожалению, учитывая огромное количество промышленных предприятий, которые выбрасывают огромное количество парникових газів, так називаємо, существує проблемний озоновий слой. І це є стимулятором проникновення УВБ-излучення, яке є онкогенним в першу чергу. І ми повинні розуміти, що сонце після 10 утра в сонячний день – це вред. Да, можна вийти на Монастирський остров, можна вийти десь на побережжя, дітям до 10 і після 4 часов. І я вважаю, що будь-який здравомислящий чоловік, який розуміє, що таке тенденція к образованию плазмоклеточного рака кожи, базалеум, дисплатических невусов, меланом последующим, він має розуміти, що сонце, можливо, дозировано, необхідно утром і в післяобідне время. Та і в 4, для любого чоловіка. В 4, да, може бути, в зависимості від зони, да. Якщо люди, які приїжджають після отдыха в Турции, в Египте, и ты смотришь на этого человека и понимаешь, что он просто в будущем, он будет иметь огромное количество невусов, пигментных образований. В будущем у него будут проблемы с фотостарением кожи. А ведь наши девушки, большинство, к сожалению, находятся в плену каких-то иллюзий о том, что хороший загар – это прекрасно. Хороший загар – это активное фотостарение кожи. Это нарушение уровня коллагена и фибробластов. Это нарушение упругости кожи. И это быстрое старение. Ведь вспомните, раньше, ведь люди определенных сословий считали, что белая кожа – это удел богатого человека, который умеет следить за своей кожей. Так, а человек, который носили находит... парасольки конечно, с собой конечно, и защищались. И защищали от солнца. Поэтому, а сейчас этот имиджевый вот месседж о том, что загоревшая кожа – это прекрасно. Ну, опять же, это зависит от типа кожи. Например, у меня третий тип кожи – европейский, среднеевропейский тип кожи. Я более активно за грани прилагаю к этому никаких усилий. Но если я вижу блондина с голубыми глазами или средний тип кожи, который идет с таким загаром, я понимаю, что это в будущем будут проблемы, начиная от фотостарения и различных процессов, связанных с изменением деления клетки. И, конечно же, заходя в аптеку, человек должен понимать, что существуют различные фильтры, так называемые, механические, химические. Так вот, на упаковке с солнцезащитным кремом должно быть написано не только SPF 30, 40, 50. Сейчас существуют различные, да, скажем так, градации препаратов. И есть ультралегкие флюиды, есть более тяжелые, есть детские, есть средние, есть для тела, есть для лица. Но он должен еще понимать, что там должно быть еще мелкими аббревиатурами написано ИПП, ИПД. Это то, что защищает еще от ультрафиолета спектра Б. Тот спектр, который не оказывает такого быстрого воздействия на кожу, но тот, который потенцирует более серьезные глубокие изменения. Да, сейчас современные, скажем так, технологии современные вставляют и в оконные стекла те скажем так, прослойки, которые защищают от ультрафиолета. Это уже шаг вперед. И окуляры также. И очки, да. Нужно смотреть не просто на какой-то бренд, а смотреть, из чего сделаны и защищают ли они от солнца. И, в первую очередь, спектр должен быть защита от УВА-излучения не менее 95%. И чем лучше очки защищают лицо, тем меньше воздействие отраженного света. Те, кто думает о том, что солнечный свет, прямой свет – это зло, они заблуждаются. Есть отраженный свет. Даже мы, если мы выходим на улицу в рассеянный свет, мы получаем полный спектр ультрафиолета, спектр А, который является онкогенным, который быстро вызывает изменения на коже. Если мы думаем, что есть облака, ультрафиолет проникает в спектр А через облака. Да, УВБ защищается озоновым слоем. Постоянно треба наносить крем, нет, так? Нет. Это все-таки тоже не панацея, потому что есть разные типы кожи, и у некоторых кожа имеет склонность к гиперфункции сальных желез, и любой крем – это уже нарушение нормальной аэрации кожи, это нарушение состояния водолипидной мантии. Должна быть разумное состояние своему, определение состояния своего здоровья. Если есть активное солнце, необходимо увлажнить кожу. В некоторых случаях, если вы считаете, что вы можете выйти на открытое солнце, это качественный крем, который содержит захисные, да, и SPF там 30, 30+, или 40,
60, в зависимости от типа кожи. И также и ПП, и ПД, защищающая от ультрафиолета спектра Б, и увлажнение интенсивное, потому что кожа, лишенная церамидов, кожа, лишенная достаточного количества мочевины, а это называются компоненты, определяющие степень увлажнения кожи. Она быстро реагирует на любой внешний экзогенный фактор, а солнечное излучение – это экзогенный стрессовый фактор, и она теряет излишки своей кожи, влаги. А потеря влаги – это уже появление зморшек, появление гусиных лапок, появление изменения коллагена и фибриногена, и это быстрое фотостарение. И еще очень важный вопрос. Мы должны четко очень понимать, что любые изменения на коже, которые имеют изменение цвета, они сразу требуют консультации профессионального дерматолога. Если у вас плямы появились, наверное, так? От да, пигмент. Потому что это может быть солнечная лентига, а это уже предвестник более серьезных изменений. Это может быть актинический кератоз, это может быть дисплазический невус. Любое изменение такого цвета существует во всем цивилизованном мире. Правило аккорд. Аккорд с одним К. Асимметрия, край, окраска, размер, динамика. Если вы увидели у себя в зеркало утром, посмотрев на себя и увидев какое-то изменение состояния элемента, вы должны четко понять, а не является ли это уже первичным процессом каких-то онкогенных изменений. А что тогда делать? Ну, например, тут вы побачили что-то такое. Бегите до лекаря. Нужно идти к дерматологу, который имеет возможность провести эпилюминесцентную дерматоскопию. Дерматоскопы – это мощное увеличительное стекло, которое имеет спектр воздействия света, специальные лампы, LED-лампы, которые специально подсвечивают и убирают отблеск кожи. То есть называется эпилюминесцентная дерматоскопия. Такой дерматолог должен иметь специализацию в дерматонкологии или просто пройти курсы по дерматоскопии для того, чтобы определить, есть уже какие-то изменения, которые являются онкогенно-зависимыми. И на раннем этапе определить то, что необходимо делать для пациента. Потому что не все так страшно. У очень многих людей, особенно с возрастом, появляются синильные изменения, то есть возрастные изменения. Это изменение пигмента, которое связано с фотонной памятью. Есть такое понятие «память кожи». Если вы, например, не вы конкретно, мы с вами, а кто-то любил загорать там в 25-30 лет, а потом приходит дерматолог с огромным количеством пигментных невусов, кератом синильный, говорит, да что такое, как будто бы я всю жизнь проповедовал ЗОЖ, здоровый образ жизни. И почему так? Мы говорим о том, что это память кожи, которая когда-то получала колоссальный стресс от огромного фотона, кванта света, который человек получал на побережье, считая, что он за 2 недели должен получить все солнце мира за эти 2 недели. Пане Костянтине, а скажите, будь ласка, ті люди, які засмагають і обгорають, це вже проблемні будуть ділянки шкіри? То, что обгорает, обгорает, да, это уже контактный аллергический дерматит, фотодерматит. В последующем это может быть предвестником экзем, герпетических экзем, экзем капоши. Например, загар интенсивный лица, он провоцирует десятки раз более активное проявление герпеса лабиалис у женщин или мужчин, потому что в данной ситуации этот загар приводит к иммунологическому стрессу кожи. А любой иммунологический стресс кожи проявляет те вялотекущие фоновые заболевания, например, вирусные заболевания, какие-то иммунодефицитные состояния, заболевания цветной ткани, то есть та же красная волчанка, дискоидная форма или симптом бабочки, энантема на лице. Многие начинают думать, да, это у меня вот загар, это у меня реакция на солнце. На самом деле, это уже первое проявление системного заболевания цветной ткани. Налякали вы, пане Костянтине. Ни в коем случае. Нет. Уже теперь люди взагалі не будут выходить на улицу. Нет, нет, выходить нужно. Не забывать нужно, что мы живем в экологически сложном очень городе. У нас есть металлургическое производство, у нас есть трубократное производство, у нас есть химическое производство. У нас, к сожалению, над городом отсутствует интенсивный хороший озоновый слой, который является фильтром защитным для всех нас, живущих здесь. У нас огромное количество автомашин, двигателей внутреннего сгорания. Это все приводит к выбросу того же детородила свинца, к огромным количествам, скажем так, парниковых газов, которые меняют состояние нашей атмосферы. И мы все находимся под интенсивным воздействием не только солнца, которое вызывает выработку эндорфинов, счастья. Да, мы все ждем после зимы. Но еще нам нужно думать о том, что для нас, если мы не думаем о состоянии своей кожи, своего здоровья, интенсивное солнце является скорее злом, чем добром. Это нужно помнить современному человеку. Звичайно, пане Костянтине, справді, стільки ви різних рекомендацій розповіли, сказали, як це все виглядає і що потрібно робити, так? Ну, перше, це зрозуміло, що треба шкіру захистити, не допускати до таких станів і до таких реакцій. Але якщо вже сталося, і, наприклад, перша допомога, якою вона повинна бути, аби не було потім ось таких проблем, про які ви сказали? Ну,
Первая помощь в таких случаях – это, конечно же, есть целая серия препаратов, к которым мы все привыкли. Это пантенолы, бепантены. Это препараты, в составе которых содержатся декспантенолы, так называемые. Они обладают и местно-анестезирующим действием, и быстро стимулируют восстановление кожи, противовоспалительный эффект, антипролиферативный эффект, антиоксидативный эффект. И они позволяют не допустить развития пузырной эксфолиации. То есть мы знаем разные стадии. Это просто покраснение эритема, а потом наступает что? Отек инфильтративный, а потом возникает уже что? Отслойка кожи. Это когда человек мог заснуть на пляже или в сане любого состояния, мог просто не заметить. Это уже более тяжелая форма. Вот это может быть предвестником развития уже различных аллергических дерматитов, постоянных фотодерматитов, солнечной непереносимости, солнечных дерматозов. И вот вы знаете, вот в последние годы я обращаю внимание на то, что очень многие девушки, молодые люди, вот, да и просто пациенты, приходят после посещения моря с большим количеством элементов, напоминающих, называемые солнечные дерматиты, или их еще называют наши коллеги за рубежом пляжные дерматиты, когда на коже, особенно декольте, появляется большое количество папулезных эритемозных элементов, которые не укладываются в классический солнечный дерматит, то есть просто покраснение. Это говорит о том, что и меняется характер тоже воды, наших речек и наших водоемов. То есть появляется обсеменение, бактериальное обсеменение, появляется очень много фосфоорганических соединений, которые выбрасываются с конденсационными стоками. И поэтому эти сине-зеленые водоросли, которые есть и в Днепре, и в Самаре, но ведь вода уже и в море. А это количество корниротов, это количество медуз, это количество различных микроорганизмов, которые являются провоцирующим фактором. А если все это еще нам накладывается на интенсивное солнце, на ветер приморский или прибрежный где-то, на это все вызывает интенсивное воздействие на кожу и интенсивное фотостарение. Особенно вот женщинам, молодым женщинам, потому что уже и мужчины уже все-таки чаще обращают внимание на свою кожу, но все-таки женщины более тщательно, знаете, вот так и аккуратно смотрят краще. На себя, да, все-таки. Следуют за собой. И поэтому я не устаю повторять о том, что в данной ситуации кожа – это шоковый орган, который первое реагирует на любые эндогенные состояния внутреннего организма и экзогенные внешние стрессы, и она проявляет те дисбалансы, с которыми мы должны все-таки научиться и бороться, и не допускать их, потому что в данной ситуации эти дисбалансы – это показатели дальнейшего развития процесса, который может привести к хронизации воспалительных реакций, к появлению тех иммунодефицитных состояний, которые в последующем, через годы, могут аукнуться более серьезными проблемами. Ось бачите, багато людей зараз почують нас і на море, можливо, і не поїдуть. А можливо, поїдуть і будуть зранку виходити, і ввечері. Да, ну, нехай да, краще да, так. Да. І нужно все-таки приучать дітей, тому що я не розумію тих родителей, які вот где-то займаються своїми ділами, а діти представлені самому себе в 11, в 12, в 13, в 14. І вода. Это колоссальная теж проблема с водой. Да, с водой и колоссальная проблема с агрессивным солнцем, который, еще раз говорю, в нашей зоне является агрессивным, провоцирующим фактором, который может привести не к сегодняшней проблеме, дай Бог, она не приведет к ней, но в будущем будут проблемы, которыми нужно будет решать. И наостанок, пане Костянтину, знаете, хочется почути від вас рекомендации, как правильно наносить ось ці всі сонцезахисні креми, про які ви вже сказали, треба читати, ми вже зрозуміли, які показники треба, щоб були там, і наскільки часто їх треба наносити, так? Да. Существует целая серия различных препаратов, вот, сонцезахисних, но я, конечно, рекомендовал бы бренды более известные, серьезные, потому что то, что куплено где-то в маленьком киоске, который не хранилось ни в холодильнике, без каких-либо критериев, вот, которые бы обеспечивали сохранность продукта, то, конечно, это неразумная покупка. Вот. Существует правило кончика пальцев. То есть, если это, например, более плотный крем, и у человека более сухая кожа, то тогда на кончике пальца находится где-то полграмма. Полграмма – это хватает для того, чтобы обработать зону от одной до двух ладоней. Вот такое очень простое правило. Ага. Да, да, то правило, да. Дуже так очень аккуратно. Это не тот принцип, когда чем больше, тем лучше. Чем больше, мы создаем парниковый эффект, и под этим парниковым эффектом, когда наносим как термоодеял какой-то, нарушается водно-липидная мантия кожи, нарушаются процессы терморегуляции, человек начинает активно потеть, и он потом просто не будет наносить, потому что он чувствует некомфортно. Поэтому сейчас современные все крупные компании, которые производят солнечные крема, пытаются идти по пути создания ультралегких консистенций, которые прекрасно всасываются и которые не разрушаются водой. То есть оптимальный вариант – это нанесение такого крема 2-3 раза в день в период активного отдыха
на море купання. І він тобі ще він дорогий, якраз 2-3 рази. Ні 5, ні 6 разів в день. Вот. А якщо чоловік приходить утром і вечером на пляж, то і 2 рази достатньо. А вже підбирається, наприклад, крупна компанія робить 6, 7, 8 різновидностей діючого вещества. Чуть більше жирової основи, чуть менше. Вот. Или в виде геля, или в виде флюида, или в виде молочка. Я сторонник более легких текстур, легких консистенций, потому что они комфортны для применения, они создают ощущение свежести, и нет иллюзии какого-то плотного, какого-то парафиносодержащего элемента, жирного, который просто раздражает, особенно там мужчину или девушку. Ну и, конечно, любая девушка, заботящая здоровье, должна выходить на пляж без макияжа. Это обязательное условие, потому что я понимаю, что имиджевые вещи, они очень серьезны в этой жизни, но, тем не менее, нужно заботиться о своей коже. Она должна отдыхать. Она должна даже получать тот минимальный экран света без того макияжа, косметических продуктов, которые могут изменить и модифицировать воздействие даже того солнца, которое она получит. Ось так, дуже важливі рекомендації. Ми сьогодні почули від вас, пане Костянтине, просто дуже вдячні за усе. Я так сподіваюся, що слухачі і глядачі прислухаються, будуть розуміти, що це настільки необхідно, це дуже важливо для вашого здоров'я, бо шкіра – це дуже важливий критерій. Так? Без шкіри аж ніяк ми не зможемо, без нормальної шкіри ми не зможемо жити. А треба, щоб вона була в комфорті, щоб вона була захищеною, і взагалі відпочинок, щоб був відпочинком, а не потім приїздити додому і рахувати проблеми. Рахувати проблеми, да, так. Да. І последняя ремарка, я б хотів сказати, що якщо чоловік увидів на своїй кожі якесь змінення, а особливо якщо це змінення пігментного характеру, якщо цей елемент починає рости, починає якось безпокоїти, потрібно не думати о том, як я зараз скажу таке общенародне названня, що ця цяточка сама пройде, як ніхто говорить. Да, ну смисл тих дерматологів, да, це якийсь елементик. Зараз во всьому цивілізованому світі звертають увагу на пігментне образування, яке видно невооруженным глазом, якщо вони міняються, якщо вони травмовані, если их стало больше после моря, если они изменили окраску, текстуру, это обязательно уже аргумент для похода к сертифицированному граммодерматологу, который придет дерматоскопию и поставит все точки над «и». Он скажет, это более серьезный процесс или это, скажем так, особенности вашей кожи, но это необходимо сделать, потому что это очень важно для будущего здоровья человека. Звичайно, краще раніше, да, аніж потім, да, да, с проблемами жити. То есть основное – это профилактика. Так, профилактика. Звичайно. Дуже дякуємо вам, пане, да, Костянтине, і сподіваємося, спасибо, що ваш відпочинок буде вдалим. Не перемикайте, зустрінемось за декілька хвилин.